восхищение, я чуть не могу понять. Бейс и штаны снял. Ну а в следующем году карлики. И все, что я могу еще напоследок, давайте я прочту вам стихотворение, которое написал 16 лет. Потому что надо все-таки какое-то творчество. Значит, такое стихотворение называется «Романтическое». Тебя увидел я в ночи, тебя в ней клеили хачи. Прости, любимая, прощай, сама себя-то защищай. До свидания.